Давайте сегодня приготовим рубленые куриные котлетки с зеленым луком. Поехали! Очень мелко нарежьте куриное филе. Старайтесь, это важно. Переложите в миску и добавьте одно яйцо. Следом добавим муку и соль. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук и перемешайте. Немножко майонеза и снова перемешаем. Разогрейте сковороду с растительным маслом, огонь средний. Выкладывайте массу по столовой ложке, как оладушки. Жарьте с двух сторон до румяной корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите в форму для запекания. Можно, конечно, и на противень, если решили приготовить много. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут. Подавайте с чем вам хочется, хоть с простым овощным салатом. Приятного аппетита!